Спасибо большое, значит, за донат. Маша, не знаю, как представить никнейм. Спасибо большое. Смотрим, слушаем. Бруми Манмади. Мэнмейд. Я тупо пожилой мэнмейд. Самое тупое, что у нас чуть меньше, чем на 7 минут, типа, по-хорошему. А тут 8 минут длится клип. Но я могу, я вот, может, возьму и зажидю эту одну минуту, потому что мне эта одна минута нужна для других видосов. В общем, мне хочется сейчас как можно... Короче, спать скоро захочу, очень сильно. А, минус стрим еще, ебаный сыр, блять. Ну, ждем, сидим. Так, да. Я, походу, что-то жестко не сразу заметил. Ну, ладно. Короче, да. А, не, по идее, на минутку, то есть быстро, быстро все было, да? Ну, короче, саспенд стрима, видимо, из-за вот этих чуваков, которых мы только что смотрели. Хотя нет. Ну это в сторону чего-то Doom, Sludge, что-то куда-то туда, короче, да? В принципе, меня прикалывает такая штука. Да. Ну, может быть, это у жирного волосатого мужика такой голос просто? Откуда ты знаешь? Ну, кстати, реально, я что-то... Мне кажется, я впервые в жизни слышу такую, казалось бы, ну, типа, несложную идею просто взять Sludge, Doom, что-нибудь такое и просто тупо женский вокал там сделать. Почему нет? Типа... Ведь и уснуть можно, на самом деле. Под Doom Sludge. Музыка для перемешивания... Перемешивания говна в бетономешалке. Именно так. Драконьян. Нет, даже название, честно говоря, не знаю. Много донатов. Ну, есть пока что. Не знаю, сколько. Я сосчитать не могу. Они уже идут, их типа 10 донаток разных. И на всех что-то было, по-моему. Раз, два. Тут. Еще два... так сказать, десерт стрима. Еще третий просто тут. Еще
3, тут, бля, пиздец, штук 10 точно их еще есть. И что, бля, для 40 рублей за минуту поднимать, что ли, блядь? Или что делать, ребят? Что за хуйня? Точный видеоряд подобран. Ну да, кстати, да. Типа он вообще... То есть, вроде там нарезка всякой фигни, но при этом она нормально воспринимается как что-то. Сейчас зато не успеем сегодня. Я не знаю, если честно, я засыпаю. Наверное, лучше, блин, лучше все-таки, когда будет другой какой-нибудь стрим. Бывают стримы, когда вообще просто ноль очереди, куча свободного времени, никого нет, всем насрать абсолютно и так далее. А бывает вот как сегодня. Это я тупо занюхнул ромашку. Спать из реакции просто. Да я уже думаю реально начать просто какой-то бредовую постеронию какую-нибудь творить, чисто жесткую. Подробно. Мне кажется, надо подробно и вообще это... Надо переименовать его в, знаешь, типа, элитный обзор. То есть он должен почти ничем не отличаться от обычного, но стоить в два раза дороже. Вот так я хочу сделать. То есть будет, типа, не подробный разбор за 60 рублей в минуту, а, типа, просто посмотреть видео или послушать музычку 30 рублей за минуту, а элитно посмотреть, то есть премиум просмотр, эксклюзивный премиум просмотр видео 60 рублей за минуту. И это при этом не очередной донат, а именно... вот. Ну, лишь прикол в том, что на самом деле в подробных разборах я, ну, процентов на 10-20 больше стараюсь, чем обычно. В целом. Мне так кажется. Ну, я стараюсь хоть что-то упомянуть, но... Иногда просто нечего говорить даже. Мы тем временем это осилили до конца, кстати, даже. Ну ладно, будем считать, что там кусочек съел. Короче, все, заебали. Кусочек съел этот самый страйк, как его... Саспенд стрима. Все, спасибо большое. Здравствуйте, Маша. Мое почтение. Год next.